Всем добрый день! Сегодня хочу вам рассказать, как раскрыть еловые шишки. Вот они сейчас закрытые, а вот шишечка открытая. Согласитесь, она намного, намного симпатичнее. Такие шишечки можно использовать для декора новогоднего. Например, на рождественский веночек, на елочку или просто на зеленую гирлянду. Чтобы работа шла быстрее, я предлагаю сразу покрыть краской. Вот так слегка кончики. Краска белая, как вы видите, акриловая, купленная в строительном магазине. И я смешала эту краску с клеем ПВА один к одному. Отправляем наши шишечки в микроволновку на 3 минуты. Раскрылись, но маловато. Раньше я пробовала прям вот две штучки, и 3 минут было достаточно. А сейчас их много, влаги много, поэтому я возьму и переделю. 3 штучки оставлю. И опять включу на 3 минуты. Прекрасно раскрылись шишки. А вторую партию буду сушить 2 минутки. Ну, не считая, что первый раз 3 минуты. Итак, вот для этой шишки хватило всего-навсего 3 минуты. Смотрите, как хорошо она раскрылась. Все зависит, видимо, от влажности шишки. Вот эти вот шишечки 5 минут были в микроволновке. Вот эти шишечки 6 минут. Напомню, были эти шишки вот такие. Разница огромная. Вот такой интересный способ, как быстро раскрыть шишку и украшать декор. На сегодня все. До свидания. Всего доброго. Надеюсь, мое видео для вас пригодится.